Все, поехали. Сегодня мы будем из 36 деталек из змейки будем собирать дятла. Сейчас покажу вам, как это делается. Вот берем и сгибаем ее вот так. Раз, два, три, четыре, пять. На шестой. Потом заворачиваем вот так. Вот. Получилась вот такая фигура. Потом вот так сделаем. И вот сюда ее заворачиваем. Получается, ну, это будет крыло дятла. Потом вот так делаем. Это сейчас пойдет крыло. Вот так сделали. Теперь вот это должно соприкоснуться к вот этой. И вот так. Вот делаем вот так, поворачиваем, чтобы как вот тут. И все то же самое. Потом вот тут вот так. Вот так тоже. Потом вот так. Сейчас поворачиваем ее вверх. Сейчас пойдет у нас голова. Вот так вот голова будет полукружием. Вот так. Вот так. Вот так. Вот и заворачиваем вот так. Потом вот это вот так. Вот это должно соприкоснуться к вот этой. Это все легко. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А тут уже остался этот клюв. Вот так. И вот так. Дятел готов. Ставьте лайки. Всем пока!